временное правительство будет создано, пока не будут проведены выборы, и на основании этих выборов кто-то другой не придет в власть. О, круто. У нас другого альтернативы, к сожалению, нет. Ну, Пашинян, он же не понимает, Камран, что как только дорога через Сюник откроется, турки начнут осуществлять Туран, объединяться для того, чтобы воевать против России. Вас в этот момент. Давид, ты тебе это кто сказал, что кто-то собирается вообще против России воевать? Ну реально. Ты поди идеологию в почитай. Идеологию в почитай. Давид, если бы кто-то бы этого захотел бы, для этого в Туран не надо объединяться через какой-то микрокоридор. Поверь мне, это можно было бы сделать и без Турана. И без этого коридора через Сюник или и т.д. и т.п. Подожди, Туран он нужен для того, чтобы воевать против России. О боже мой, какая глупость, Давид. Ты где этому начитался? Ты где этому начитался? Тогда получается Запад тоже Туран. Для чего существует? О боже мой, для чего? Это твоя идеология. Ты думаешь, тюркский мир для этого существует? Зачем воевать, когда можно зарабатывать? Зачем? Премьер-министр Армении приехал. Давай, сделай селфи с ним, с Пашиняном, плиз. Да, у нас фотография есть совместная. С самого первого дня, когда я приехал и увидел, кто богатый Сарфазана окружает, я понимал, что очень много людей есть, которые и являются представителями пропаганды Пашиняна. То есть там есть люди Пашиняна, понимаешь? И все эти люди, по сути, там находились для того, чтобы в неправильном направлении все движение пошло. Моя цель какая была? Моя цель была в том, чтобы Сарфазана направить на правильный путь, чтобы у него все получилось. Но, к сожалению, говорящих, советующих ему людей оказалось больше, чем нужно было. В результате чего мы пришли к тому, что, к сожалению, мнение других больше учитывается, чем мнение тех, кто действительно за независимость Армении, за достойное будущее его народа, за нормальные отношения